Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет фикс прайс. Да, сынуля, скажи. Привет всем. Эй, он еще у меня скромненько пока, потому что мы еще маленькие. Сегодня я решила в таком ярком образе предстать пред вами. В общем, такие вот цвета. Сегодня лето, жара, и такие цвета мне захотелось какие-то использовать. Желтенькие, красненькие, оранжевенькие. В общем, сегодня будет фикс прайс. Вот покупки последние, которые я взяла. Фикс прайс у нас будет здесь и еда, и какие-то покупки, которые были полезны, не полезны. В общем, я расскажу вам все. Давайте начнем с еды. Это, ой, и высыпалось. Это мои любимые чипсы, за которыми я соскучилась. И действительно, сегодня ко мне приезжала моя одноклассница. Мы проводили время, и эти чипсы прям, ну, number one. Мы съели с ней целую упаковку, ну, половиночку упаковки, потому что здесь две вот такие вот штучки. Съели целую половину. Хотя у нас были еще чипсы, и это новые чипсы, которые... О! Боже мой! Они упали! Короче, вот так они выглядят. Почти как Принглс. Они вот в такой крутой... Они вот в такой... Так, мой хвостик будет в разные стороны, короче, мотаться. Не обращайте внимания, и я не буду. Значит, они вот в такой круглой были упаковке. Эта упаковка снимается. Здесь, смотрите, куча разных сыров. Такие, знаете, которые идут в этот... Для вина, типа. Вот. И, ну, здесь тоже упаковочка одна вот такая. И вот в такой штучке. Сына создает фон. Вот в такой штучке. Они достаточно такие, знаете, много прям в них специй, но они вкусные. И вот эта вот гармония сыров, тут, знаете, куча всяких сыров. В принципе, мне понравилось. Но мы даже не доели одну, а ту целую мы съели, потому что она очень приятная. И кажется, что не очень вредная вместе с тем. А дальше из еды я купила две вот такие вот маршмеллоу. Две вот такие маршмеллоу. Я их не видела раньше, именно вот эти фирмы. Сейчас мы будем их пробовать. Значит, одна красненькая. Здесь маршмеллоу вот такая. Ой, и закрученная. Вот они. Хочу попробовать закрученную. Такие воздушные, вкусные. Хотя... Присутствует какой-то... А, может, это от моей помады? Не. Присутствует какой-то химозный этот... Так, состав. Пшеничный сироп, сахар, вода, пшеничная декстроза, желатин, натуральный ароматизатор. Е100, Е120, Е141. Это пищевые красители. Вообще, я хочу снять видео, попробовать и растопить это все. Знаете, у меня такая штучка есть, там я сыр топлю, фондю называется, да. И я все хотела растопить, и прошлое то, что я покупала из фикс прайса, вот такое, я в итоге выкинула, потому что оно сколько там, я не знаю, за несколько месяцев стояло просто. Ой, здесь прям такой аромат сразу. Ну, здесь все то же самое. Нет, здесь только один ваниль, пищевой, запятая, пищевой краситель Е120. Дальше я купила вот такие два скотча. Дело в том, что я обустраивала во дворе у себя бассейн. Я покупала определенные такие, знаете... Не кричи, сына. Настил такой под бассейн и вообще, чтобы ходить. Но так как они были достаточно хрупкие, я покупала обычный скотч и все перематывала скотчем. Это, конечно, была огромная работа такая. Но вот этот скотч намного плотнее. Я не знаю, сколько его, конечно, здесь и насколько бы хватило, потому что там не хватало на три штуки, такие вот большие, да, на три штуки одной пачки скотча. Но вот этот намного плотнее скотч. В общем, я решила его взять, потому что он серебристый, красивый цвет и пригодится на что-нибудь. Он даже вообще изолирует всю воду. Армированная клейкая лента. В общем, я взяла, думаю, пригодится для декора. Для красивый цвет. Мне сюда в декор. Обклею все тут. А может, клип какой-нибудь создам? Обклеить. Ай, это я могу. Кстати, ножницы. У меня почему-то затупились ножницы, хотя я их брала в фикс прайсе, и я помню, что я стригла кончики себе этими ножницами. Все стригла. Они очень острые, классные. Вот дома у меня лежат. А, ну, такие обычные, зеленые, с большими ручками. Много кто знает, они были такие. А вот ножницы кухонные. Я решила попробовать взять. Здесь можно еще и открывать
Значит, смотрите, орехи колоть, что-то открывать и откручивая от крышки. И ножницы, вот смотрите. Несколько в одном. Вот давайте откроем, я просто хочу проверить, насколько острые ножнички и насколько будет мне удобно им. Потому что мои затупились что-то, я не поняла даже, что с ними случилось. Ну, вот как бы ощущениям нормально. Ой, отличные, вообще отличные ножнички. Класс, еще орехи будем колоть, хотя я орехи не покупаю. Ой, они, смотрите, мне прям под этот. В общем, вот такие вот ножнички, хорошие. Дальше, что я взяла? А, кстати, хотела взять, но почему-то не могла найти. Ко мне же приходила в гости с маленьким ребенком моя подруга. И, в общем, он таскал. Взяла я для того, чтобы накрыть бассейн, искала, потому что у меня бассейн 1,5 метра. И я искала специально, чтобы накрыть что-то. Я помню, что в фикс-прайсе как раз-таки где-то вот ванну, то, что вешается, оно где-то 2 метра, да, есть 1,80 м. В общем, зашла в один химмагазин, и там 350 рублей стоило. Такая штука 1,80 м на 1,80 м. Я такая думаю, так, по-моему, в фикс-прайсе что-то было. В общем, захожу в фикс-прайс, смотрю, о, точно есть, думаю, по 50 рублей, зачем тратить 350? Покупаю эту занавеску в ванну, раскрываю ее, девочки, она просто нарвется вот так вот. Так что, если кто-то думает взять себе занавеску в ванну из фикс-прайса, вообще даже не тратьте деньги. Да? Вот у меня сейчас висит, я ее покупала в Леруа или в Ашане, не помню точно где, но хорошая висит. Вот где-то за 350, наверное, рублей. Она прочная, классная. Вот такую бы покрыть бассейн, было бы замечательно. Ну и также давно, как вы помните, я не смогла, в общем-то, устоять, и я купила себе эту коробочку. Кто еще не знает, это волшебная коробочка. Как она открывает? Волшебная коробочка! Сейчас, подождите. Я хочу открыть ее. Бля, на с какой стороны я ее не открою? Блондинка, да? Трам! Там-там-там. Сына, смотри. Трам! Так, что у меня тут? Нет. Цепка серебряная, которую надо отполировать. И это у меня средство для того, чтобы очки. А, нет, как раз-таки полировать серебро, да. Я решила так положить. Вообще еще у меня бусики тут лежали. Короче, я люблю очень компактные такие вещи. Представляете, мы положили туда все наши причиндушки и просто вот так вот залепили. И закрыли. Все, лежит коробочка, никого не трогает, да? А на самом деле там целая вселенная. Ты целая вселенная. Дэнь, смотри, целая вселенная. Чего ты ругаешься? Я уже заканчиваю. Ну все, я уже заканчиваю. Ну все, вот покупок, правда, было немного. Вот хотела вам эти моменты показать. Чуть-чуть совсем. Фух. А что, может, мы тебе что брали? И малому я тоже ничего не брала. Кстати, книжка вот эта вот очень классная в бассейне у нас, которая... Как их называют? Книжка, которая меняет цвета, очень классная. Да, вот для бассейна. Мы вообще любим листать книжечки, поэтому она у нас там лежит, и он с удовольствием в бассейне с этой книжечкой плавает. Так, Дэнь, все? Что-то у меня спина уже болит. Ладно, мои хорошие. О, чипсы тут разбросались. Дэня, мама твоя как всегда. А, кстати, хотела сказать, что Кристина на своем канале скоро выложит фикс-прайс еда. И более того, она не просто покажет еду, она будет там готовить еще из этой еды. И будет пробовать... угощать свою подругу, не знаю, как она там, как, в общем, они это все снимут, самое интересное, я жду это видео, мне очень интересно, так что ссылочку на Кристину, на мою подружку детства, мою лучшую подругу, я оставлю внизу, она тоже блогер, кто еще не знает, проходите, посмотрите, ждем видео у Кристинки. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь, покупок было немного, заходила я в фикс-прайс, там были какие-то новиночки, но недостойны моего внимания, если честно, то есть вау-вау, ничего такого нет, а что покупать, если не вау? Всё. У меня покупки на самом деле тоже здесь сейчас не вау, просто я их купила и хотела показать, что я взяла и зачем, почему, да? Новые движения. Танцуешь? Ты танцуешь?
Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.